Где я? Все в порядке. Успокойся. Расслабься. Все будет в порядке. Скорее. Добились своего. Протез сейчас ему люди поставят. К сожалению, твои раны оказались весьма серьезными. Жить будешь, но до выздоровления далеко. Ты кто? Это я, Тейлор. Тебе пора просыпаться. Вставай. Так. Новый мир. 29 октября такого-то. Куда? Пассажирский поезд Единства. 2054, 12 декабря. Угу. Протезы. Что случилось? Ты мне снишься? Ну, представь, что да. Прими это как факт, если что, всегда можешь проснуться. 12 декабря 2054, 7:30 утра. Мы на частном поезде, который направляется в Цюрихский штаб корпорации Единства. Наш груз – прототип для проекта нейронной сети Союза Уинслоу. Его ядро – это ИИ, которое может себя перезаписывать, чтобы подключаться к другим системам. Последнее слово техники в то время. Он может произвести переворот во многих военных и мирных областях. Ну, или мог бы, если бы поезд дошел до места назначения. Угу. В 7:31 утра террористическая группировка подорвала поезд. Это отбросило нашу программу робототехники далеко назад. Предотврати это. Но это же невозможно. Что со мной происходит? Прямо сейчас? Ты в искусственной коме. Тебя готовят к операции. У тебя в голове новое оборудование. Называется прямой нейронный интерфейс. Или ПНИ. У меня такой тоже есть, поэтому я могу с тобой сейчас общаться. Твой ПНИ соединяет твой разум с твоим новым телом и окружающим миром. Мы связаны. Все это симуляция внутри наших разумов. И тебе еще нужно многому научиться. Ты что, слишком близко ты встал ко мне. Так, 11 декабря 54-го. Заброшенный солитейный завод. 11 декабря 2054-го, 11:30 утра. Защитные войска Цюриха получают анонимное сообщение о нахождении убежища террористов. К сожалению, ЗВЦ недооценили тяжелую артиллерию этих подонков. И их поймали без штанов. Были потери. Результат? Поезд сделал бум. Помнишь Диаза? Кажется, да. Он поможет тебе разобраться в новых крутых штуках. Связь, комрад. Синхронизируйся. Эй, Тейлор, ты гребаный подонок. Он не слышит. Если нам надо связаться, ПНИ работает на закрытой частоте. Я даже не думаю об этом. Но, чтоб ты знал, если тебе захочется назвать Тейлора подонком, он тебя отделает похлеще, чем те роботы. Хорошо. Пойдем проверим, так ли легко сделать из тебя швейцарский сыр, как из тех несчастных. Так. Это типа симуляция, да? Внутри симуляции сейчас. Это непривычно. С этим оружием. Автоматическая очередь стоит. Нет единого маршрута. Выше, ниже, левее, правее. У разных путей разные преимущества.
Так. Окей. Диас. Используй подвижность. К ней нужно привыкнуть. Скоро ты будешь уверенней. Попробуй. Угу, нас типа учат всем новым экзоскелетам, да? Кто бежать по стене, окей, понятно. А-а-а. Прикольно. Неплохо, салага. Неплохо. Так-то режим подсветит. Нам типа встроили экзоскелет. Включить тактический режим ПНИ. Ага, типа на тактическом режиме мы видим врагов. Окей. Вижу красные отметки. В смысле это же зона смерти, я не понял. Отлично. Есть. Данные стакт режима синхронизируются у всей команды. Один из нас видит, все видят, даже сквозь прикрытие. Это круто. То есть коллективный разум, да, в каком-то понимании. Не останавливайся. Проверь патроны. Хватай еще, если надо. Это все путает мои глаза. Непривычно. Тихо. Сдохни уже. Все. ПНИ — это не просто коммутатор. Он позволяет взаимодействовать с разными компьютерными системами, включая примерно все простые дроны. Наземные двуногие роботы. Они коварные, братан. У этих тварей коллективный разум. Попробуешь к нему подключиться — и мозг поджарится. Но этих можно легко поиметь. Как сейчас соловей его. Ломай. Смотри, что с другой стороны стены. Подходит как вторая кожа, правда? Так. Мы тебя перехватили управление над ним, да? Ну понятно, мы можем взламывать технику. Хочешь чего-то покруче? Подбей испытательный
Так. Ну что за испытательное оборудование, не понял. Ну наконец, взорви генератор, чтобы мы могли войти. Боюсь, волна АМД от взрыва генератора поджарила твой дрон. Давай, пошли! Ну и хрен с ним. Все равно это обучение, да? Подбирай боеприпасы всегда, когда видишь ящики с ними. Последнее, что тебе нужно, воевать без патронов. Серия Call of Duty этому уже мне научила, спасибо. Так. Я так и делаю. Используй окружение. Подстрелить резервуары. Так я не вижу. Так, окей, отключаемся. Недоумки. Надеялись, что турели их защитят. За киберспособности тоже надо платить. Требуется время на перезарядку. Понятно. Так, я могу это взламывать, да. Отлично. Готов. Можно выходить. Откуда? Ух ты, подонок. Ага. Роботы. Остынь и расскажи, что случилось. Я снова был в Эфиопии. Роботы, я пережил заново. Что со мной происходит? Черт. Твои чувства вызывают яркие воспоминания. Вспоминаешь звуки, места, слова из песен. Вообще все, что годами не приходило на ум. С ПНИ это все может быть еще глубже. Глюки в оптике, шепоты в ушах. Такое бывает. Доктор это поправит. Нужно будет пересмотреть твои лекарства. Поверь, все будет хорошо. И что теперь? Сейчас ты подключишься к этой консоли. Если получится, сможешь извлечь и обработать информацию за секунды. Давай, валяй. Ясно. Connected scanning. В этом единстве. У него было буквально все, что им нужно, чтобы обойти охрану на поезде. ЗВЦ потребовалось 6 часов, чтобы добыть эту информацию о нападении. Результат? Поезда нет. У тебя это заняло 6 минут. Могло бы быть и 5, если бы тебя не напугали эти роботы. Так, что дальше? Дальше мы найдем этого сукиного сына. Угу.
Высотный жилой дом, 11 декабря 54-го. Террористы-подельники предупредили Крота, и он был готов. Он взял с собой тяжелых роботов-пехотинцев. И снова защитные войска Цуриха налетели жопой на забор. Результат? Поезда нет. Мы потеряли его. Он ускользнул. Помнишь специалиста Сару Холл? Она проведет следующую тренировку. Делай все, как она говорит. Я ее сам обучал. Она разведчик-эксперт. Еще с тех пор, когда это что-то значило. До появления ПНИ приходилось читать книги. В Академии Тейлор все время заставлял меня читать. Ну, знания стоит заработать. Это окупается. Но на это нужно время. И именно времени часто не хватает. Ладно, салага. Теперь симуляция будет отличаться от реальных событий. Но все будет не менее реально. Используй воображение. Шифт во время бега, чтобы перейти на быстрый бег. Шлю тебе его положение. Давай, бери след. Теперь я понимаю, почему ты нравишься Тейлору. Так. Ладно, следуем. Используй рекламный щит, чтобы перепрыгнуть через поезд. А, понял. Прикольно. Очень прикольно. Старый Цурих. За ним. Отлично. Активирую новую киберспособность. Паралич системы. Паралич системы может выйти из строя когти. Так держать, салага. За киберспособности тоже надо платить. Требуется время на перезарядку. Так, это я понял. А ты что думала? Интересно, здесь локации очень. Места приятные. Это что, моя кликуха, что ли, салага? Молодцом, салага. Он сбежит, если ты не войдешь в тел. Держи его, салага. Вижу его. Какой он шустрый. Еще секунд 15 до встречи с Безносой. Это не должно случиться, пока мы не получим информацию. Думаю, он уже больше никогда не заговорит. Ему и не надо. У него есть ПНИ. Глубоко под слоями защитных протоколов ПНИ хранит записи о прошлых событиях жизни пользователя. И в чрезвычайных обстоятельствах все эти данные можно извлечь, используя грубую силу. Ты сможешь пробраться глубоко в их воспоминания, мысли, даже подсознание.
и ты можешь выяснить все о планах террористов. Сдается мне, сейчас будет но. Нужно знать, что эта процедура не просто очень опасна. Вмешательство связанного сознания просто оставит жертву овощем. Мозг умрет. Поверь мне, это очень херово. Ты сама сказала, что он уже труп. И кроме того, он гребаный террорист. Ну, в его чип подключился, да? Тебе же ничего не известно. А сейчас? Я знаю, где они. Они используют старые туннели, чтобы спланировать атаку. У ЗВЦ ушли недели на добычу данных, полученные тобой через ПНИ. Результат? Поезда нет. Хорошо, что ты можешь принимать решение, когда нужно. Пора двигаться дальше. Мы под плотным огнем! 12 декабря. Туннели старой подземки. Тебе на беду, бедняги. Ты еще здесь? Жаль. Я проспорил Диазу, думал, ты уже умрешь. Весельчак — специалист Петер Моретти. Он поможет понять, каким крутым засранцем ты стал. Помни, у нас все еще нет последнего пазла. Как они смогли загрузить взрывчатку в поезд? Для ясности. После всего, с тебя стольник. Вернемся к делу. Как ты знаешь, спецвойска круты тем, что нам достается самое новое экспериментальное оружие. Возможно, ты предпочитаешь огнестрел в бою, но с ПНИ твой разум — вот самое мощное оружие. Давай что-нибудь сломаем. Ты начинаешь мне нравиться. Как и всегда, тебе нужно выбрать свою выгрузку. Используй системы, чтобы нейтрализовать преимущество противника. Не, прикольная новая фича, конечно. Капля. Рой горючих нанодрон. Неплохо, салага. Попробуй переключить киберядра. Выпусти их и просто полюбуйся, на что они способны. Вот эти трой нанодронов. Чертовы нанободы. Эти маленькие засранцы просто убойные.
Ух ты. Туда нельзя. Так, восстановимся. Не просто, блин, привыкнуть к новому геймплею. Погнали дальше. Давайте этот комплект возьмем. Так. У них дымовые гранаты. Улучшенное зрение пригодится в любой момент, когда ты не можешь видеть в темноте. Все. Мне, конечно, это очень полезная штука. Ночное видение всегда нужно. Так, все. Здесь не хватает, знаете, что Эми оружие. Блин, что-то мне кажется, что Black Ops 3 уровни большие, блин,
По длительности. Что нельзя говорить о предыдущей игре Advanced Warfare? Так. Хочу убить Рой. Так, уничтожил. Все. Можно идти дальше. Да ладно, опять роботы. Как же они достали. Ой, это Моретти. Пардон. Что это за место? Это здесь все пошло ко дну. Компьютер вон там должен дать нам представление, как они загрузили взрывчатку на поезд. Подключись. Взломали охранных роботов и загрузили взрывчатку на поезд. Знаешь, что забавно? На самом деле террористическая атака дала мощный толчок разработке проекта нейронной сети Союза Уинслоу. Если бы не страх повторения такой атаки, у нас могло бы и не быть программы киберсолдат. Подожди. Сейчас 7:25. У тебя еще 5 минут. Ты тут не в первый раз, Салага. Посмотрим, можешь ли ты менять историю. Расценивай всех роботов как противников. Они ответят тебе тем же. Тейкдаун еще одна из твоих киберспособностей. Попробуй на тех ботах. Следи за флангом. Они лезут в окна. Так. Ты ждешь от любого приглашения. Используй тейкдаун. Отлично. Что дали? Противники лезут с флангов. Используй ударную волну, чтобы вынести. Офигенно. Ой, не успел. Не получилось. Ну что, сейчас еще раз попробуем. Так, ударная волна. Что, на Q, наверное? Ага. Просто стихийное бедствие. Супер. Что?
Ты сука, бля. Они сразу сдохнут, бля. Не первый раз, кстати, я в Call of Duty слышу словосочетание «шок и трепет». Ай, бля, пидорас. Не знаю, какие ругательства. Ладно, хуй с ним, традиционным способом. Офигенно. Ну вот взрывчатка, да? Сквозь заминировано. Если я ее взломаю, попробую передвинуть или отсоединить вагон, все взорвется к праотцам. Это слишком! Это слишком! Даже с компьютером в голове мне не хватит времени! Стоп, стоп, стоп! Это же магнитоплан! Если поменять полярность только в этом вагоне. Было невозможно предотвратить взрыв и спрыгнуть с поезда. Твой ПНИ может показать все варианты. Но только ты можешь принять решение, чем пожертвовать. Иногда нужно уметь отпускать. Тейлор, ну как наш пациент? Не хуже, чем можно было ожидать. Я ожидаю лучшего. Тебе стоило бы об этом знать. С возвращением. Ты держишься молодцом, операция уже скоро. Он пошел добровольцем. Damn. Повсеместное распространение дронов и боевых роботов значительно уменьшили роль человеческой пехоты. Как я уже говорил, пока больше никаких комментариев. Мы продолжим исследовать дипломатические возможности урегулирования. Союз отрицает отправку войск в регион. Вместо этого они ищут дипломатические пути разрешения конфликта. Мы тесно сотрудничаем с союзниками, обеспечивая тактическую поддержку по мере надобности. Как давно мы этим занимаемся, Хендрикс? Плюс-минус. 5 лет. Да, как-то так. Ты уже думал о том, что нам делать дальше? Нет. Ты меня знаешь. Я плыву по течению. Ну что ж, ребята, как это так. Мое первое впечатление об этой игре — это что-то новое. Сеттинг уже далеко ушел в будущее, и в отличие от Advanced Warfare, здесь очень много нововведений, к которым нужно привыкнуть, ребята. Вот. И опять же отмечу, что здесь уровни, блин, не знаю, или мне так кажется, или и правда, уровни здесь, блин, более такие длительные. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось. Ждите продолжения. Всем удачи, всем пока.